Мучился, дорогой брат. Как Господь отошел. Ну, мучился, так мучился, что я говорю. Даже вот губы все вон. Он вчера говорит, сыночек мой, разве ты такой у меня? Все попорвали вот здесь. Трубки. Вот как, трубки. Они конечно. Как ставили ему, так они вот аж до крови все позапекло. Они же не вынимали. А он мне всегда говорил, вот после всех операций. Мама, я тебя прошу, ты, пожалуйста, их проси. Как только операция прошла, пусть они с меня эту трубку вынут, потому что я дышать не могу. Как еще могу приказать кому? Кто меня слушал? Они даже рядышком не оставили. Как он всех нас укреплял, если бы вы знали? Я знаю, я все знаю. Мы с ним тоже были ним целым. Ругались, правда, ругались. Находилось время, что ругались. А потом уйду, думаю, ругайся, ушла на кухню. Потом прихожу через 10 минут, он уже на меня смотрит, как я ему, как у меня настроение, простила ему, и смотрю, заулыбается. «Мам, ну ты меня прости». Я говорю, «Сереж, ну что ты меня, говорю, я же тебе, я для тебя хочу хороший, там что-то, или да, я тебя помою, там, или что, нет, или постель давай, или что, нет, не надо мне ничего». Этот крест покупали или он как-то сам? Ну, это, знаете, вот дали все в этом. Все. И вот скажите, вы не знаете, вот мы ему одели свой крестик, вот, а это вот в комплекте еще был. Ну, куда нам его деть? Есть и есть что. Пусть... Нет, теперь его куда деть? Пусть так и лежит, да, здесь. Да, конечно. А что-то одни кресты, вот ничего страшного, да? Ручка его рабочая, который он управлял и с вами разговаривал, и все делал. Солнышко мое, родное. Много потрудился, столько его роликов. Последний, он даже вот где-то вот перед смертью, наверное, 3 дня уже, по-моему, или 2, уже все, ему ни до чего было. А то в таком тяжелом состоянии, ему плохо, я вижу, мам, это, подними меня, включи меня. Подниму, я говорю, сынок, ну тебе плохо, ну давай выключим. Нет, ему что-то у него там, что-то ему надо доделать. Нет, мне надо доделать, нет, мне надо доделать. Ну, не лезу, Журин. Он потом, ой, у меня нет сил. Я говорю, ну не надо, ну давай, просто отдохни, говорю. Двое суток. Представляете, в таком состоянии двое суток. Да, мы вообще ни минуты. Последнюю ночь он был такой ледяной, весь ледяной. Ну, ледышечка прям лежал. Мамочка, мне плохо, мамочка, мне плохо. Открой окно. Я это окно открываю, а у самой, как всегда, сердце болит. Какое окно? Ты и так ледяной, говоришь, тебя сейчас продует. Я-то за что переживаю? За то, что простынет опять, опять проблемы. Вот. И брызгалка, брызгай меня, брызгай. И вот мы всю ночь. Жар был, да? Ну, горело внутри у него. Он говорит, хочу так пить, а вода вообще не лезет. Вот он брызгает, и вот побрызгает, он опять через 15 минут, мамочка, побрызгай меня.
мамочка, побрызгай меня. И сыночек, ну да весь ледяной, весь мокрый, и так говорю, ой, мне так легче, побрызгай меня. И все, и в больницу привезли. А ты не взяла брызгу. Все, помнил, все, я же говорю, даже вот лежал в таком состоянии, считаю, ну же все, никакой, под аппаратами, под этими. И вот услышал меня, я подошла, ручки его начала вот здесь целовать. Я говорю, сынок, ты если меня слышишь, то, пожалуйста, говорю, хоть дай какой-нибудь знак. Он прям, они у него глаза вот такие вот туда были. И он прям так глаза поставил, я так, и не сам, как бы, не раз, вот так вот в этот волк. Вот, и прямо здесь вот эту трубку вот так забегал. И что-то он мне, видимо, хочет сказать, а не может он мне ничего сказать. А батюшка в 11 придет, да? Ну, он сказал, может, пораньше. Ну, да, только опускается, нужно трясти его. Зайка моя сладкая. Yeah.